Выбери новое существо, которое ты убьешь сегодня. Да мне без разницы, я готова прикончить любого. Отличный настрой, Ная, поздравляем. Эй, что на тебя нашло? Ты же еще вчера говорила, что не хочешь никого трогать. Так и есть, Кэрри, я просто хочу кое-что выяснить. Ная, кого ты выбрала убить сегодня? Демона, мама. Что? Демона? Ну ты еще не готова, они слишком сильные. Я уверена, что справлюсь, тем более ты сама хотела, чтобы я убивала существ. Она выбрала демона. Да никто из нас его еще ни разу не прикончил, это невозможно. Подождите, почему? Потому что они слишком злые, он разорвет тебя на кусочки. Срочные новости, демон был замечен на улице Салливан-стрит. Он движется в сторону... Попался. Эй, постой, ты демон? Да, а ты? Ты охотник, не убивай меня. Подожди, я знаю, что ты человек, ты можешь не притворяться, расскажи мне все. Я обычный человек, несколько лет назад на нашу планету пришли существа, и они стали уничтожать людей. Постой, я ничего не понимаю, я не... Просто слушай дальше, я все тебе расскажу. Кэти, я все выяснила, наши родители, учителя, это и есть существа, они обучают нас, чтобы мы убивали обычных людей. Что, то есть ты хочешь сказать? Не может быть, ну как такое возможно, Ная? Мама, я все знаю, ты и есть какое-то существо, и все это время мы убивали людей. Я так и думала, что ты догадаешься. Очень зря. Мам, что ты делаешь?